уборочные комбайны серии 8000 линейки. Модели представлены шестью моделями. Это модель 8100, 8200, 8300, 8400, 8500 и 8600. В свою очередь, производительность и максимальная мощность двигателя составляет для этих машин от 380 до 625 лошадиных сил. Особенностями этих машин является гидромеханическая система привода, приставки и система бесступенчатого изменения длины резки. Соответственно, под заданную оператором длину резки подстраивается скорость передненавесного оборудования, и это позволяет наиболее эффективно использовать мощность машины, минимизирует, сводит к минимуму вероятность забивания и обеспечивает наибольшую эффективность работы. Основной характеристикой машины в плане эффективности здесь является удельный показатель пропускной способности. Сколько тонн машина может сделать на 1 кВт мощности двигателя. У машин серии 8000 этот показатель один из самых высоких в индустрии. Соответственно, это обеспечивается как раз-таки системой синхронизации скорости привода передненавесного оборудования с длиной резки. Современные кормоуборочные комбайны обеспечивают уровень выработки 200-300 тонн в час основного времени. При таком уровне производительности оператор должен уделять повышенное внимание заполнению прицепов. При этом равномерность заполнения, уровень заполнения требует дополнительного внимания со стороны оператора. Система автоматического управления силосопроводом Active Field Control позволяет работать в двух режимах. Это режим выгрузки сзади, когда идет разделка поля и открытие нового поля, и режим выгрузки сбоку. Соответственно, для каждого из режимов оператор имеет возможность задавать смещение, уровень заполнения, и тем самым система полностью снимает с него нагрузку, связанную с контролем заполнения прицепа. При этом дополнительное внимание оператор, безусловно, определяет оптимизации настроек машины и ходовой скорости. В свою очередь, это обеспечивает повышение производительности, снижает потери корма, и даже неопытный человек, впервые сев за штурвал кормоуборочного комбайна, может показывать высокий уровень выработки. Все настройки системы автоматического управления силосопроводом производятся с одной страницы. Здесь оператор может задавать уровень заполнения, смещение при работе на склонах, выбирать одну из четырех стратегий заполнения и смещение от заднего и от переднего борта прицепа. Также оператор видит состояние системы, и на дополнительном дисплее идет отображение видеоряда. Отображается индикация состояния системы, выбранная стратегия заполнения, смещение на выгрузку, а также контур прицепа и фактически уровень заполнения. Для повышения надежности машина оснащается опциональными компонентами DuraLine с наплавкой из карбида вольфрама. В базовой комплектации идет система реверсивной заточки, которая увеличивает срок службы расходных компонентов, ножей и противорежущей пластины. В дополнение к проектно-конструкторским решениям в виде продуманной компоновки, когда двигатель смещен за задний мост машины, режущий аппарат установлен как можно ближе к оси переднего моста, установлены интеллектуальные системы. И эта машина может оснащаться помимо системы активного управления силосопроводом, навигационной системой, системой измерения состава растительной массы Harvest Lab и системой документирования урожайности.